Шерфанас Хайрлоусон Сатлерде, Оникотас, Эфирде Заман, Бугун Хармажгальна, Секизю Салтмаш Алтанджек, Унакит Мекте, студия Дасилерна Меншев, Кетаматулаев, Селям Лаем. Русия Игромден, Зиаде, Храмсакинна, террорист и экстремист Джедвельне, Крсет, Она Русия Нан Малие, Назарет, Нан Федераль Хазмета Бельгледа. Умен Русия Ве Ижнеби, Ватандашлара, Джедвельне, Алтыбин Юз Учинсан, Крсет, Льда, Улардан, Игроме Кс Харамдан. Олара Расанда, Меджлис Рейса, Рифат Чубаров, Бутундунья Харамтар, Конгресс, Нан вице-президента Ленур Ислямов, Азов Крым, гражданных корпусов, Йолбашцы, Станислав Краснов, Сенцов и Шабоинджа, Джизаланганлар, Сенцов, Кольченко, Афанасьев и Черни, Джедвельде, журналисты Эрдебар, Анна Андреевская, Ве Николай Семена, Русия Буинсанларна, Тирак Япа, Бльгенлер Кебасая. Репрессиялар кечермекечен қырым ең сиджақ ноқтадыр. Бу ақта апсте ұлған межлес рейслер Ақтем Чегозве, Эльми Умеровның адвокаты Николай Полозов білдірді. Оның сөздеріне көре шымды о зенадашы Марк Фейгин или Ярмадада апске алынған қырым татарларының құртарылуынен ұғырашы жақ. Қырым татарларына Русия агрессиясындан қорчаламақ үшін ең евелі бұл меселені қалқара жемаатшылығы ве дүния лидерлеріне еткізмек керектір, деді адвокат. Оның сөздеріне көре, Ярмаданын тамыр халқына қаршы репрессиялар тек башылай. Сейчас наиболее горячая точка в этом смысле – это Крым. Потому что если в России уже всех посадили, то в Крыму эти репрессии они только разворачиваются. Только начинаются суды над крымскими татарами. Ну, скажем так, в Крыму украинские граждане, преимущественно крымские татары по национальности, преследуемые Россией. Да, Россия не простила того, что крымские татары выступали за единство Крыма с Украиной, за то, что они не признали оккупацию. И сейчас идет такая полномерная месть по отношению к ним. Сейчас я вижу нашу ключевую задачу, меня, Марка Фейгина, попытаться остановить эти репрессии. Репрессивно-криминальный террор, который ведется по отношению, прежде всего, к крымским татарам в Крыму. На протяжении 2 лет идет полномерная работа по, ну, скажем так, запугиванию крымских татар. Да? Попытка выдавить наиболее активных за пределы Крыма. Остальных запугать, чтобы они не могли даже ничего сказать против тех действий, которые российская администрация совершает в Крыму. Украина шарқында ату аскерлері 2 ЛНР диверсантыны яқалады. Олардан бірі Русия ватандашы Архангельск вилаятынан келген. ЛНР террористлері июльнің 11-ні кечергежесі Луганск вилаятының Троицкая қойы янында есірлікке түшті. Үшінші террорист қаршылық көстерген вақты еля қолды, ода Русияның Омск сакіні. Эсірлікке алынған Русия ватандашы шымды қастаханеде СБУ-ға қаршы террористік бірлешмесінде іштірак еткені үшін жинай іш ашты. Гражданин Российской Федерации в марте 2016 года сюда приехал, в Красный Луч, устроился через снежной военкомат в 7-ю бригаду. Я обеспечил безопасность, прикрытие на своей позиции. Смысл приезжать сюда есть? Смысл? Здесь, они, ну, здесь народная милиция. Поэтому... Ты много увидел в народной милиции? Меня ждут в России. В августе месяце я собирался ехать в Россию. Я считаю, что эта война бесполезная. Просто убиваем друг друга. Вернуться домой, призываю всех тех, у кого есть семьи, которые приехали сюда. Парни, возвращайтесь за мной. Спасибо вашим докторам, что помогли. Спасли мою ногу, вот вообще относится по-человечески ко мне. Спасибо вам всем. Я благодарен бойцам украинской армии, что они сохранили мне жизнь. Ахмеджит районында олған Николаевка пляжы инсанларына желпетмей, ора атланычыларына қаршыламақ үшін азырды кел. Анда ялыда отырмақ үшін біле ер қалмады, су ялыны юып кеткен. Николаевканың меркезе ялысындаки көріш қапалы, 2 левелсі қышта олған фуртуна мердивені иққан еді. Ижғалча кеметі оның тамерленімесіне бір капық біле айырмады. Мердивен қораланғанна бақмадан ратланычылар қафлы ялыға түшмеге девам етелер.
туристлер олмағанындан, ялы дача алышқан хавиқанелер бұтынлей бош тұра. В алкогольном опьянении, лет 23-25, гуляли, отдыхали, что не знаю, вот, свалилось. Не увидела, здесь просто вот одна лестница, ну, один пролет стоит, а остальные два или сколько там, три, они упали. И она вместе за ними следом и ушла. Хорошо, что там ни арматура не торчала, ничего, потому что, ну, убилась бы. А так, ну, хорошо, переломами отделалась, там, нос сломала что-то. Надо, чтобы здесь произошла, наверное, смерть. После этого только они зашевелятся. Ой, ой-ой-ой, что же мы упустили? У нас плохой пляж, он очень разрушился после зимы. Заново его никто не строит, никто не засыпает песок. Поэтому мало людей очень. Все местные жители страдают, потому что все, в принципе, живут за счет сезона. Сейчас в данном моменте на согласовании в организациях находится, потому что это все по ступенькам идет. Ну вот ждем, но сумму, конечно, сумма неподъемная. 418 миллионов для того, чтобы привести в порядок берегоукрепления, это очень огромная сумма. Но мы пытаемся, стараемся, вот предыдущая власть начала, а мы поддерживаем. И за месяц, конечно, тяжело сделать какие-то серьезные шаги, но мы все приведем в порядочек постепенно. Русия Лернан Ексериеты Крамгар Атланмақ Эчон Бармаға Азырдегел. Инсанлар, Юксек Фиатлар ве Костерилген Хызметлер Керекли Севиеде Олмағаннен Мемнон Дегеллер. Радио Свободы журналистлері Москва Сакинлері арасында Сурав кешірді. Русия ве Тюркия арасында кем унасебетлер Эйлешкен сон. Русия ватандашыларынан чоқысы кенеде Тюркияге қатнамаға азыр. Анда Фиатлар Крамға баққанда алчақ ве Хызметлер баяғы Юксек Севиеде Костерилгенны білдірелер. Вы видели, что в Крыму творится сейчас? Видели, какие там помойки? Я отдыхал в Крыму до, не соврать, 96-го года. Вот, там еще был более-менее. Но когда у меня ребенок подцепил там какую-то заразу и болел год, мы перестали просто туда ездить. Ну, в Крым, поскольку мне по работе Турция не положено. Мне море больше Средиземное нравится. Кавказ. Я в Крыму ни разу не был, на самом деле. Ну, как бы, а в Турции был, то есть за определенные деньги я могу получить хороший комфорт, то есть хорошие условия и так далее. Все же возможность отдыхать в Крыму у нас пока, ну, не настроены. В Турцию. Почему? Ну, потому что Крым еще не достиг такого уровня сервиса. Однозначно российское побережье, потому что даже если это будет дешевле, и понятно, что где-то сервис, может быть, будет чуть получше, потому что инфраструктура развита. Тем не менее, такие вещи просто не прощаются, и, ну, однозначно нет. Только Крым или Краснодарский край. Усонки хабирмыз эдэс лерге, и кунлер тілейм дайма, атыр или олунас невбетеки яйнлармызны, хачырманы скорушкенже.